сейчас пришла к садику. Заберу Давидушку немножечко пораньше сегодня. И пойдем бабулечку поздравлять с днем рождения. Сегодня у нашей бабушки день рождения. Так, вот двери. Стою, жду. Сейчас меня Давидика выведут. Пока на время карантина мы в садик не заходим. Нам деток, воспитатели, либо нянечки выводят. Вот я стою, жду во дворе. У нас дворик. Стою, жду. Сейчас должен Давидик выйти. Личку забрали. Сейчас пойдем куда мы? К бабушке. На день рождения. Да, сейчас пойдем бабулечку поздравлять. Рассказывай, что ты хотел рассказать. Как там в садике у тебя было? Я хотел видео снять. Не по телефону, да еще и время. Сколько я не прожил. А что это за карточки такие? Ну я буду персонажем из этих карточек. Самый быстрый из этих карточек. Понятно. И у меня будет много очень жизней и время. Угу. Ну что, пошли. Смотри, что я нашел. Ух ты. Волшебную такую палку. Да. В игре. Все, такая. Побежали к бабулечке, побежали. Давидушка пишет для бабушки открыточку поздравительную. Да, Давулечка? Какой с собачкой. Ну, посмотри, какой впереди рисуночек там. Да. Бабушка может. Так, буковка Б. А. Я уже написала. Давай, подписывай, потом покажем. Буквы все. Ой, какая красивая открыточка получилась. Бабуля, поздравляю. Да ты все снимаешь. Днем рождения. Красивая открытка. Ты не все сняла. Все сняла. Здесь до бабушкиного дома, чтобы ее поздравить. Какие цветочки мы бабушке несем красивые, да? Да. И еще с бантиком. Да, еще и открытку несем, да, Давид подписал? Да. Ну, пойдем. Пошли поздравлять бабулю. Пока-пока. Пока-пока. Так, ребятки, представьте, мы поздравили с Давидом бабушку, подарили ей букет, поздравили, а бабушка нам взяла и подарила такой подарок. День рождения у нее, а она нам подарок дала. Честно, мне так неудобно. И сок там Давиду, и фрукты, еще так завернула красиво. Конфетки, виноградик, и тортик еще там сбоку. Вы представляете? Так, все, мы идем гулять с Давидушкой. Встретимся.